Ну что, всем привет, мои дорогие, с вами Аня Кононова. Снимаю, как обычно, свой ускоренный спорт. Скажите, пожалуйста, все ли подписаны на мой инстаграм? Мы с Ириной хотели подумать насчет прямых эфиров, анонсировать расписание, может быть, кто-то хочет заниматься со мной. То есть сейчас я восстанавливаю спину, и упражнения у меня очень-очень легкие, больше на растяжку, больше на укрепление спины будут, да, то есть, ну и все хондрозники, как я и так далее, смогут, в принципе, вместе с нами поучаствовать, и от меня будет такой вот подарочек. Поэтому, если вы не подписаны на мой инстаграм, то я вас зову, подписывайтесь. Не знаю, когда мы все это будем делать, но Антону скучно со мной было на растяжку идти, он отказался, сказал, я, говорит, лучше пешком пройдусь, там, за заказом ему надо было Фаберлик пройтись, вот, и он сходил, там, легкая посылочка была, около 3 килограмм, он взял рюкзачок за спину, да, положил его, получается, эту маленькую коробочку положил себе, и, в принципе, все. Вот, что еще хотелось рассказать. Все вы знаете, что мне дало в спину, я одно занятие все-таки пропустила, потому что мне реально стреляло. И как бы, честно сказать, я из этого состояния очень долго не могла выйти, 3 дня я очень плохо, мало двигалась, и вес пока у меня стоит, конечно же, на месте, и я решила почаще делать вот эти вот все растяжечки, почаще собираться, с Ириной еще сегодня созвонюсь, может быть, мы будем делать это с ней через день, по чуть-чуть, потихоньку, поэтому кто хочет, тот может за нами повторять. Вот, не знаю, как зайдет такой формат, мы посмотрим, вы мне, пожалуйста, отпишитесь за или против, потому что, смотрите, сейчас мои упражнения стали очень-очень легкие, потому что мануал сказал, что месяц мне нельзя не делать особо никакие нагрузки, нужно сначала укреплять, растягивать спину, учиться делать правильные движения. Я ему показала свой спорт. И он сказал, что из-за того, что у меня нет растяжки, у меня нет крепкой спины, я упражнения делаю неправильно, неверно распределяю нагрузку, и из-за этого у меня слетают позвонки, потому что у меня хондроз. Хондроз я заработала на макаронной фабрике в 19 лет, кто не знал. Мы там ночью таскали мешки по 50 килограмм, потому что ночью не было грузчиков, да. И вот получилась такая ситуация, что мы мешок тащим до мукосейки, ну, конечно, волокем по полу, да, если такое слово волокем вообще есть, тащим, да. Вот, тащим по полу, ставим на мукосейку, потом поднимаем в огромный чан по 2-3 мешка, просеиваем, и потом вот это вот просеянное берем, да, то есть и уже тащим по своим станкам. В общем, 19 лет я, когда еще была мамой-одиночкой, и мне нужно было хорошо зарабатывать, то там очень хорошо платили, и я там вот оставила здоровье своей спины. И вот как раз с того времени у меня начинались проблемы, тоже вторая у меня беременность тоже так плохо по спине прошла, мне все стреляло в спину, все, я лечилась, все вот чем-то мазалась и так далее, и, конечно, сейчас спина, моя спина, она не дает мне начать нормально заниматься, но мануал в городе Кирове, в Севермед, на улице Преображенской, Ананьев Андрей Юрьевич, врач от Бога, я к нему уже хожу больше года, и свекрови оплачивала у него занятия. Занятия, конечно, не занятия, а сеансы. Вот, один сеанс стоит, получается, у мануала 2400 рублей. Он еще уколы в спину делает и так далее, да, то есть маме, папе, Антону, всех пролечили, всем спинки весной поставили на место, а я вот сорвала, можно сказать, спину за последний год уже 4-й. И, конечно, мне уже не хочется шутить над своей спиной, я уже понимаю, что все время меня уделывать вредно, и, конечно же, я решила начать с меньшего, решила, что пусть я еще тише поеду, пусть я еще дальше буду, но опять-таки я лучше останусь здоровой, да, то есть сейчас мы будем делать очень легкие упражнения, и как вы видите, хотя они и легкие, но у меня
ноги сильные, как я поняла, но в них нет растяжки. И из-за того, что нет в ногах растяжки, я упражнения делаю неправильно. А ручки у меня слабенькие, потому что я 6 лет просидела за компьютером и толком ничем не занималась. И, конечно, только усугубила свой хондроз тем, что мышцы ослабли. И сейчас я запрыгиваю спорт, а спорт меня выкидывает. Я запрыгиваю, он меня выкидывает. Вот, и получается... И получается такая ерунда, что, ну, как бы результат есть, но хотелось бы больше, но я решила не торопиться, и лучше я буду полегче заниматься, чем опять сорву, я опять месяц не смогу, потому что надо будет ходить на кушетку, на уколы, вправлять спину и так далее, и так далее. Кстати, вот мне очень часто пишут, задают вопросы в Инстаграме: мануал хрустит костями, это больно? Нет, ребят, это абсолютно не больно, это очень даже приятно, когда ты приходишь вся зажатая, забитая, он ставит на место и начинают ворочаться плечи, шея, ноги, руки, все начинает ворочаться, и это, конечно, очень круто. Единственное, из-за чего я расстроилась, это то, что Антон отказался делать растяжку, хотя мышцы нужно не только забивать все время, а растягивать тоже их нужно. И растяжка была бы ему реально полезна. Но, с другой стороны, мне больше времени и места достается, больше внимания достается. Ирина следит за мной за одной. Вот, на это занятие я звала, как обычно, свою старшую дочку, говорю: давай пойдем, место свободно, толкаться не будем, Антон не пошел, но она ни в какую: нет, говорит, мне неохота, я не хочу, да, то есть, но я думаю, что раз занятия такие легкие, то мне кажется, что она потом посмотрит, захочет, и я буду рада видеть ее вместе со мной хотя бы на растяжечке, да, ну, хотя ей еще 20 лет, какое ее здоровье, да. Но мне кажется, с 19 лет, с 20 уже можно заниматься спортом, поддерживать здоровье, быть в тонусе. Это тоже важно, потому что она учится сейчас на... сдает дипломы, учится на фотовидеографа, на преподавателя по фотовидеографству. И понятно, что она тоже все время сидит, ходит и никаких упражнений особо не делает. И как бы ей все равно упражнения не нужны. Вот, поэтому я ее все-таки уговорю, скорее всего, потому что такую легкотню, я думаю, на такую легкотню нужно соглашаться, даже нужно. Вот, но, конечно, заставлять не хочется. Вот, кого нас в детстве заставляли там мыть посуду, полоть грядки, мы это на всю жизнь возненавидели, мы это делаем, но делаем без желания, да, то есть, и, конечно, мне не хочется, чтобы Катюшка это делала без желания, потому что пока меня не прижало, я не начала делать, но... А с другой стороны, конечно же, я желаю ей добра. И так, немножечко: Катюш, я завтра на спорт, на легкий спорт, пойдешь со мной? И она так стоит и задумывается уже, да, то есть нет, уже не сразу у нее проскакивает, а уже так стоит и думает, хочет она или не хочет она, то есть у нее уже начало назревать, и я думаю, что вода камень точит, когда-нибудь она сдастся и будет со мной. А Антон, скорее всего, будет заниматься с Ириной отдельно. Отдельно, потому что для него мои занятия слишком уж легкие, и даже если он будет заниматься с нами, со мной, с Катей, то он будет просто вот эту растяжку делать, и для него это слишком легко. Ну что ж, все вам рассказала, мои смешные упражнения показала. Чем дальше, тем легче у меня получилось, но лучше медленно идти вперед, чем быстро, и потом догонять долго.